государство написало официальный отчет про состояние высшего образования, и там подчеркнуло, что мы готовы внести какие-то изменения в систему. Этот отчет, он был публичным. И когда гражданское общество прочитало его, оно ужаснулось, потому что отчет не отражал абсолютно ситуации в высшем образовании, нивелировал все проблемы, и как бы было ясно, что если какие-то изменения произойдут, они будут исключительно косметическими. И, к сожалению, на сегодняшний день ни один общественный или политический активист, а тем более тот, который обучается в университетах, не защищен от того, чтобы его не отчислили. И тебе не совсем обязательно нужно становиться председателем какого-нибудь движения, чтобы тебя отчислили. Достаточно просто высказывать свое мнение где-нибудь в СМИ. Мы обращаемся именно к партнерам белорусских университетов за рубежом, а также к донорам, которые поддерживают проекты, которые осуществляются с белорусскими университетами. Финансирование этих проектов с теми университетами, которые исключают студентов за общественную деятельность, должно быть приостановлено. Ну, университеты должны быть центром для свободного мышления, але, на жаль, в Беларуси мы бачим наоборот, что именно те люди, те студенты, которые мыслят свободно, которые имеют активную громадянскую позицию, как они подвергаются репрессии, отличаются от университетов, альбо покараются иншими способами. И это, конечно, непримально. Мы в Эскропен лечим, что треба надавать увагу, надавать больше уваги до этой проблемы и на международном уровне. Тому мы долучились до кампании «Дамо репрессиям УРУ» и закликаем иншие организации, иншие актеры так само реагировать на эти порушения права человека в белорусских университетах.